Всем привет! Вы на канале Кукушоу. Я сегодня выбрался с товарищем на рыбалку на озеро Салтаим. Вот мы уже приехали на место, стоят машины, вон там где-то буранчик. Мы к нему попозже подойдем, договоримся, чтобы он нас отвез уже на место. Наша машинеха, уже потихонечку выкладываем шмурдяк. Сегодня на улице почти минус 30, на ночь передают еще ниже температуру. Но в такую погоду обычно очень хорошо льет наша любимая рыбушка, карасик. Ну, попробуем еще половить удочка. Вот такие дела. Сейчас будем выкладывать вещи и уже потихоньку выдвигаться на водоем. Так что не переключайтесь, подписывайтесь, оставайтесь с нами. И дальше мы посмотрим, что у нас из этого всего получится. Так что погнали. Ну вот мы уже камыши проехали. Дальше уже едем по озеру. Вот, ехать в принципе далеко, но народу много. Хотя на улице капец как холодно. Ну все, самое сложное уже позади. Кстати, буранчик нам немного помог. В плане того, что ему нужно было забирать людей. И мы заняли уже закормленные лунки. Как вы уже знаете по нашим прошлым видосам. Что самое лучшее, это занять закормленные лунки. Все, сейчас потихоньку будем все это раскладывать. Мы лунки маленько подзамерзшие были, правда. Ну или снегом засыпаны. Мы их разбурили. Пол установили, все, сейчас палатку. И будем потихоньку затаскивать весь шмурдяк. Если честно, оно и холодно, и жарко. Оно все замерзает, вон, усы все во льду. Но при этом уже вспотели на 10 рядов. Вроде как показывает, что температура там 26-27. Вот такой вот задний вид. Чистое огромное озеро, поле. И ничего, кроме еще таких же, как и мы, рыбаков, отчаянно пытавшихся или пытающихся поймать карасей и судаков. Ладно, я помогать палатку раскладывать. Фух, увидимся позже. Так, вот мы затащили шмурдяк, и в качестве обогревателя у нас будет использоваться вот такая вот чудо-зверь машина под названием как... Квадродука, бляха-муха. Вот так как-то. Показывает 20 градусов нам. Сейчас он здесь в коморке сделаем. А на улице минус 17. А, в палатке минус 17. Мы уже тут надышали. Вот такая штука, в общем, вывели под этим патентом, там войлоком, асбестом намотали аккумулятор. Но есть у нас еще и печка на дровах. На улице дрова, поэтому если наш турбобульбулятор подведет, то мы переключимся на старые добрые дровишки. Вот такие дела. Все, сейчас уже будем потихоньку раскладываться и начинать рыбалить. Вот тут наши лунки сейчас ждут нашего ожидания под чехлами. И, в общем, начнем. Так, ну вот, первые забросы мы уже сделали по одной удочке. Но так как мы стали на старые закормленные лунки, думали, что поклевка будет прям сразу. Но первые полчаса нам нифига не показали. Короче, рыбу все мы распугали походу. Глубина здесь метра полтора, наверное. Если убрать лед полметра, то, наверное, метр где-то. О, онлайн-поклевка. Онлайн-поклевочка и первая рыба. Кстати, неплохой карасик. Кто бы думал, я думал сейчас сказать о том, что нет поклевок. А тут на тебе, вот он. Отличнейший. Отличнейший бутузик. Пускай там во льду полежит пока. Ловим, значит, на пучок мотыля. И там цепляем грузу без мотылка, конечно. Но у нас она с мотылем. Без мотылка, как говорится, с мотылем. Ну все, рыба подошла. А я уж было только расстроился. В общем, нужно немножко поддорачивать. И рыба не заставит себя долго ждать.
Ну-ка смотрим, рыба подошла. Вопрос тоже, на какой глубине. Может быть, чуть выше дна. Либо это какой-то был залетный. Печка наша, конечно, надула нам вообще. Мы сейчас убавили немного тепло. 20 градусов в палатке. Зимой, куда же это видано. Вот он наш карасик. Отличный. Пятерка, наверное, 4,5 как минимум. Ну, как говорят, в этой части озера здесь ловится покрупнее карась. Поэтому будем надеяться, что мы здесь неплохо отловимся. Сейчас еще, наверное, закинем прикормки. И оп-оп-оп, есть поклевки. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Блин, хороший. Прям добренький. Ну, ух ты, ё-моё! Ух ты, ё-моё! Вы только гляньте, какая тушка! Какая тушка! Не пачкаем руки, это Ленин метод. Вы гляньте, какая тушка. Вот это пятерочка. Мой напарник пока отдыхает. Не хочет ловить, наверное. Пучок мотыля рулит. Рыба подошла. Поклевки одна за одной. О! Что, есть? О, тоже отличный. Капец, сейчас у нас клюнул. Просто обалденный окунь. Нифига себе, вот это понимаю. Детина на мормышку. Вот так вот. Вот он, злодей. Язык вам показывает. Но мы уже вот наловили почти ведерко половину. Так, а теперь давайте попробуем так нолики взвесить этого мега окуня. Так, вот я взвесил окуня нашего, самого большого. Вышел он на 275 грамм. Вот он какой здоровенный. Красавчик. Так, ну, в общем, у нас получилось поймать практически все виды рыб. У нас и караси, и окунь обалденный. Вот еще один карасик вылез. И даже небольшой судачок поймался. Так что рыбалкой довольны, как эти... Как кто? Как бубики. Вот он, еще один карасик на съемке. Оп, попал в камеру. Ну, уже, наверное, почти полведра. Война войной, а обед по расписанию. Мы вот тут подогрели на плитке шурпы себе маленько. И сразу параллельно поймали карасика еще одного. Так что, блин, рады. Офигенно, что у нас удался этот выезд. За зиму получается у нас, можно сказать, плодотворный третий. А у кого-то, вот у напарника моего, первый. Поэтому мы безумно счастливы. И сейчас под это дело немножко возрадуемся. Так, вот поймали небольшого маленького детеныша судачка. Смотрите, какой красивенький. И мы его, естественно, отпустим. Плыви, наш малыш. Все, уплыл. Пожелаем ему удачи пойматься чуть позже, когда он подрастет. Годика через три. Годика через три. Наконец-то, бляха-муха. То у меня что-то прям совсем слабо было. Ну, теперь хоть рыбешечка есть одна. Процесс пошел. Рыбка подошла. Хорошо, конечно, на этих местах, когда вот так вот оно клюет, можно сказать, одна за одной.
В общем, так пока рыбалка у нас идет в таком темпе. По чуть-чуть, помаленьку. Можно сказать, раз в 5-10 минут мы ловим рыбешку. Так, вот уже наловили уже целое ведро. Пошло в ход второе. Так что первое нужно вывалить на улицу. Капец тяжеленная. Карасик отличный. Оп-оп, давай. Давай куда-нибудь вывалим его. Пускай замерзает. Потом мешок сложим. Вот столько вот у нас уже карасей. Нормальный уже улов за несколько часов. Ну, клев активизировался, сейчас стал еще получше. Лепота! А что-то рыбаков, а они все с этой стороны. Рыбаков мало, что раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть палаток. И наша седьмая, а вот 8-9. 9 палаток всего лишь. Так что мы тут, конечно, не в гордом одиночестве. Но рыбалка зашибись просто. Вот они, наши карасики. Пускай они тут отдыхают. Потом сложим. Это, как это называется? Когда льдом покрывают этот. Как он? Глазируется. А ты что, пошел окуней искать? Вот человек пошел искать окуней. Да окуней надо в соседних палатках искать. Я совсем, да, офигел? Я в футболке вышел. Просто уже так жарко в палатке, что вообще кошмар. Представляете, ЧП произошло, походу. Опять либо окунь, либо сюда крупный клюнул. Просто оторвал начистую леску. Прям аккуратно срезал мормышку. Капец. Придется новую ставить. Ну, интересно, что, видать, заглотил хорошо. Видать, на зуб попало. Срезало, как ножом. Кстати, вот эхолот. Новенький прикупил, который. Очень интересная штука. Не стал эту пленку пока снимать. Вот показывает у нас сейчас глубина 1,7 метров. Показывает, видно сверху лед, толщину почти 60 сантиметров. И дно на 2 метрах. Ну, где-то получается под льдом 1,20 м у нас глубины. Вот интересно, вот этот муть показывает, тоже вот интересно. Рыбу чувствительность поставил маленькую, чтобы он мелочь всякую не видел. Больше ориентируюсь, вот дно, видите, ровно чистое показывает. Ну, никаких изменений, просто ровное дно. Видите, вот все, начинает дно меняться. То есть они где-то ил баламутят, смотрите. Или там у меня прикормка лежит, вот и рыба появилась, видите. То есть либо он, я смотрю, либо он увидит рыбу. Кстати, удобно показывать мелкую, среднюю, крупную. И сразу над рыбой показывает глубину, на которой она находится. Вот сейчас рыбка была 1,5 метра на дном. И видно, как дно прям баламутится. Следовательно, там есть рыба. Я уже так слежу. Вот. Наконец-то увидел мою мормышку. Там, видите, как раз баламутится вода. Дно. И отличная поклевка. И вот он, карась крупненький. Хороший. Тот, которого мы с вами ждали. Поэтому мне всю воду опять я сплескал. Все, здесь все отработало по системе. Баламутится дно. Подходит карась. Клюет. Мы его вытягиваем. И ложим наше ведерко. Все, сейчас тишина. Все четко отработало. Я вам все показал, как я работаю с этим, со своим эхолотом. Вполне понятно. Так что лайфхак. Пользуемся, не благодарим. Эхолот показывает, рыба клюет. Вот уже второе ведро пошло на выход. А
А то надо будет собрать и сложить в этот самый мешок. Так, а мешок у нас есть? Вот мешок. Тот-то с дровами. Надо тоже выйти подышать свежим воздухом. В футболке, блин, хожу. Вообще офигел. Вот наши рыбешки. Уже вот первое ведро наше. И подошло второе. Вот они. На глазировку карасиков высыпали. Этих сейчас соберем. Что-то зря мы с водой их вылили, видишь, они к воде примерзли. Не понял. Ну все, мешочек готов, первая ведерка. А эти пускай замерзают пока. Лепота. Ух ты, сколько народу чуть дальше понаехало. Их не было. Было 10 палаток всего лишь. Тут народу вон тьма уже. С этой стороны вроде так же осталось. Ну ладно. Сейчас подышим свежим воздухом и пойдем дальше рыбачить. Ну что, уже наступила ночь. Продолжаем рыбачить. Эхолот, кстати, порадовал по батарейке. Считай, целый день практически отработал. Только 50% где-то съел батарейку. Так что, наверное, на сутки хватит. Поклевки, вот как видите, не прекращаются. Сейчас попробуем вытащить еще карасика. Это у нас уже третье ведро наполняется. Так что все пучком. Рыбачим в том же темпе. На три удочки. И в одной лунке у нас этот эхолот вставлен. Приблизительно показывает общее положение, чем занимается рыбка у нас на дне. Сейчас что-то опять баламутит. Все по той же схеме. Наблюдаю, как изменения на дне происходят. Как только рыба начинает ил, там, прикормку поднимать, эхолот ее видит. Как он ее увидел, я сразу понимаю, что где-то там рыба плавает. А раз она плавает, то ее можно поймать. И вот очередной карась. Отличный. Я его сразу ведерко. А здесь уже его освобождаю от крючка. Нас все устраивает. Нам бы еще получается. Два ведра у нас есть. Еще бы до отъезда пару ведер, наверное, да? И было бы неплохо, каждому по два ведра. И все будут счастливы. Сейчас что-то показывает, что-то на дне 1,4-1,5 метров какая-то активность началась в виде рыбы. Следовательно, нужно немножко подыграть. Потому что на стоячую прикормку, приманку, клюет так вяло, не очень. А если ему немножко подыграть, ему имеется в виду карасю, то он в принципе активно начинает клевать. Клюет приблизительно сантиметров 5-10 от дна. Вот и настало утро. Все, мы нормально ночью прям отоспались, не стали там эти вот ночные посиделки долгие делать. В итоге что? Значит, наша теплопушка, бульбулятор, пока что работает, аккумулятора хватает. Единственное, что ночью она уже разогналась на полную мощность, потому что реально ночью, наверное, минус 30 точно давила. Вот. Сейчас вот завтракаем потихонечку. Ночью немножко подловили, так что еще пол ведерка накидали карасиков. Поймали кабанчика одного на 350 грамм. Что является нормальным результатом для местного озера.
Вот, так что продолжаем рыбачить, наверное, сегодня до обеда, потому что Буранчик там сказал, что он до обеда только будет работать. Потом, типа, все. Это вот у меня английский, этот, французско-итальянский завтрак с луком, круассанами и кофе. Вот, значит, по результатам у нас за утро пол ведерка, еще карасиков поймали. Вон там он торчит, этот тот самый кабанчик на 350 грамм. Пока что вот на две удочки. Вот сейчас еще будем раскладываться. Ну, хотя у нас уже, в принципе, времени не так уж много. Вот он наш бульбулятор там потихонечку. Типа обменник дует во все стороны. Кстати, очень удобно, в отличие от печки, тем, что он, так как тепловентилятор дует, он создает по всей площади палатки оптимальную температуру, комфортную. А печка все-таки, как говорится, конвекционная. И плюс, ну, плюс инфракрасник. То есть она прям сама жжет образно, возле нее жарко, подальше от нее уже будет прохладно. А это делает так, что, блин, где бы ты в палатке ни находился, тебе всегда тепло. В принципе, бака нам хватило больше, чем на 12 часов, наверное, да? На одного. Вот у нас еще дизеляка была с собой, заправили. Так что нормально. Кайфуем, ё-моё. Так, последний час что-то совсем все стало плохо. Практически поклевок нету. Как вот у нас было почти полное ведро, так и осталось. Там две удочки уже. Здесь одна удочка. Мы уже закормили. Тут у нас прикорм дунаевский, вот такой вот мотыль. И что-то как-то тихо. Народ, видно, уже рыбу складывает. Неужто все, поклевки кончились? Следовательно, мы удачно приехали вчера. Что вчера был хороший клев, ночью был хороший клев. Но мы думали, что это, что сегодня неплохо отловимся. И что-то пока тишина. Ну, будем думать, что это временный такой момент. И будем надеяться, что сейчас клев возобновится. Может быть, то, что вот сейчас солнце встает и на улице теплее становится. Может, там давление сейчас плавает или еще что-нибудь. Может, из-за этого. Но так получается, это удобное время для того, чтобы поесть, там, позавтракать. Мы этот самый, как он, кофе с круассанами сейчас пожую. Все равно пока не клюет. Пришлось по-быстрому собираться, потому что Буранчик приехал, говорит, что все завязывают. Сейчас всех будут вывозить. Да и уже и клев, в принципе, закончился. В общем, спасибо этому месту. На парковке покажем, что мы поймали. Мусор не оставили, в общем, все отлично, рыбалка супер. Вот он, мой злодей-напарник. В общем, кайфово отрыбачили. Подписывайтесь на канал, скажи. Любите природу, мать нашу. Это точно. Мини-домик. Все, вот и точно уже подошла к концу наша рыбалка. Мы уже приехали на парковку. Наша машинёха. Там где-то уже наши вещи мы складываем. Вот здесь наш мордяк. Фух, сейчас попробуем взвесить рыбу, показать, сколько у нас получилось. Не знаю, получится ли это на камеру, потому что вот, если видно, ну так сейчас. Вот, если видно, у нас получается ведро и мешок из-под картошки полный. Рыбешек наловили. Итого, по предварительным данным, мы поймали ровно 30 килограмм. В ведре получилось 6 и 24 килограмма в мешке. 30 килограмм на двоих за 2 дня. Нормальный результат. В общем, по итогам, рыбалкой довольны.
и поймали якуша большого. Судачки мелкие клевали там. И отпускали их, но все равно карасей больших, обалденных наловили. Если честно, это первый раз, наверное, за всю историю, где мы так прям хорошо отловились. Крупная рыба именно по карасику здесь, в Омской области. Фух, усталость, честно, уже таскать все. Вот, так что, ребята, если рыбалка понравилась, ставим лайкосик и подписываемся на канал. Дальше будет больше. Всем пока.